Эй, ты! Да, ты! Колокольчик не забудь поставь. 28, 29, 30. Готовы ли нет, Пикси? Я иду искать. Ну, здесь явно точно нет. Гляну на кухне. Ух, это огромная индейка! Нет. Лысый орел? Страус. Сконс? Панда. Водяная свинья? Бегемот. Остроногий бегемот? Носорог. Длинный носатый бегемот? Слон. А почему этот камень движется? Это черепаха. О, это же ханский черный хохлатый гиббон! Я хотел сказать обезьяна. Не-не-не, гиббоны вообще-то высшие приматы. Брат, я хочу, чтобы ты тренировал меня, как настоящего солдата. Как скажешь, Рэмбо. Ух, получилось! Осторожней, ты в порядке? Это следующее задание. И раз, и два, и раз, и два. Солдат Пикси, что ты как котенок? Брод? Ну я же и есть котенок. Где ты, Пикси? Пикси! А, вот же ты. Почему ты прекратила тренировку? Быть солдатом сложно. И вообще не забавно. Война это не круто. А знаешь что? Ты чертовски права. Ай да, возле тебя пчелы влетают. Осторожно, Пикси. Эй, Брут, смотри, какие офигенные безбашенные трюки я выучила. Да-да. Ух, та-дам. Ох, вау, ну ничего себе. Подожди, я сейчас еще один покажу. Он вообще очень-очень крутой. Кия! О, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А знаешь что? Пожалуй, это самые крутенские трюки, которые я когда-либо видел. Правда? Однозначно. Не обращайте внимания, ребят, я просто делаю небольшую уборку. Мяу! Ой, Брут! Пикси, не бойся, это всего лишь пылесос. Я знаю, но он такой громкий и страшный. Брут, что ты делаешь? Отпусти, стой, Брут, отпусти, уронишь! Какого черта, Брут? Что ты делаешь? Сорян, хозяин. У меня не было выбора. Брут, смотри на эту маленькую миленькую птичку. Да, очень милая. Вообще-то эта птица нормального размера. Интересно. Странно. Чем дольше я смотрю, тем больше эта птица становится. Погоди, что? Ого! Эта птица просто гигантская! Привет, огромная птица! Привет! Пикси! Для вас вещал HCP Волосойс. Продолжение следует. Вау! У тебя такие классные блестящие когти! Ну, спасибо. Вау, и перья, они мне так нравятся. Такие белые, прям как снег. Слушай, милая болтовня тебе тут не поможет. Понятно? Ты о чем? Ты правда не понимаешь, что происходит, да? Не очень. А что? Что происходит? Ладно, я передумал. Я тебя усыновляю. Эй, а что это значит? Значит, что ты теперь мой ребенок. Буду тебя растить как своего. Ох, что? Еда! Нет, не еда. Еда? Нет, Джеральд, это твоя новая сестричка Пикси. Хе. Джеральд, не еда. Эй, птица! А? Живо отдай мне обратно котенка, или я... Шш, она спит. И что значит это «или»? Недавно я узнал, что собаки не умеют лазить. Что за... Хорошо, я отдам её обратно! Иди сюда, мелкая курятина! Старой традиции скажу, что... Спасибо за просмотр тебе, блин, красава. Посмотрел? Поставь лайк, напиши комментарий. А комментарий зачем? Чтобы продвигать этот ролик. Надеюсь, тебе
И всем остальным нравится то, что я или моя команда озвучивает Брута и Пикси, и это круто. Спасибо, что вы все еще здесь, и... Ребят, я вас люблю, обожаю что-то делать для вас. Прям с любовью. Вот. Ну, не буду размусоливать, но спасибо я говорю, потому что, блин, мы все за аудиторией тут летаем. За аудиторией, за аудиторией, за аудиторией. Приятно же. Ссылочка на Кристину Агапову, это второй человек, который помогал в озвучке, будет в описании. И также будет в описании мой контакт. Заходите, добавляйтесь, кидайте комиксы мне в личку. То, что хотели бы, чтобы я озвучил или мы озвучили. И, в общем, собственно, спасибо, что пришли. Надеюсь, ну как надеюсь, скорее всего, ролик будет выходить раз там в 2-3 недели, ибо из-за сложного расписания своей прекрасной жизни. Камон, вы прикалываетесь, вообще все думали, что я забил, а я не забил, я уже даже расписание придумал. В любом случае, если тебе не нравится, не смотри, если тебе нравится, то, блин, красава, я тебя запомню. Увидимся в новом ролике или на стримах. Все? Черный экран. Пока!